Сейчас могут быть еще вылеты какие-то. Да давайте два раза еще вылетим, блин. Да мы дешевку соберем, да? Ну да. Да. Да не, потому что далеко. Основная масса, блядь. Ой, сейчас еще лагать будет, что с ним. Ну, кружочек крутится. У нас все на месте? Да. Да, да, у нас. Да. Бэмс. Да это кружочек такой был. Не опасный. Ну, ты да, думаешь, не опасный? Ну чё там, это... Проси, значит, у этого... У бота по краю. Ну окей. Хорош. Хорошо. Два-два жми. Нормально. Хорош. Бля, у нас еще и дальнего нет. Ой, мы туда. Хорош. Хорошо. Назад сели. У нас там защита низко. Кто-то подсоединился. Рома, наверное. Блять. Ром, ты? Рома. Мы так и не узнаем, кто это. Блять, у меня, как назло, второй экран не выключен. Пизду, блядь. Кто-то туда-сюда прыгает. Так, давайте на заброс. Блять, вот если туда... Смотри, Ром, если туда прибежал бот, все, возвращайся сюда в центр. Он вместо тебя бежит, это ПЦЗ, который центральный защитник. Я мысленно с вами. Что там у тебя случилось? Пропал интернет. Блять. Только сейчас включили. Блять. А что ты как зашел сразу не сказал, мы бы успели выйти еще. А я все, меня врубило, что я вам скажу. Нет, ну ты сейчас заходил, вот сейчас. Что-то зашел и молчишь. И я зашел, меня соединило, а вы меня не слышите. Понятно. Потому что у нас еще, в принципе, было, блин, мы могли выйти еще. Ром, ближе к своему флангу играй. Прям в центр сильно лезешь. Там очень да, здесь до хера нас просто, блядь, мы же будем друг друга сшибать. Блядь. Вылетел. Да ебись. Для ровного счета, блядь. Уже выходить не можем. Ты бы не играл в окне? Мое тебя. Я не в окне играл. Нормально играл. Че, и ты что ли вылетел? Да, Леша. Не причем за окно. Заебись. Заебись. А, двое вылетели, да? Сразу? Двое вылетели, да. Ну, сказали же, да. Охуенная официалка. Ага. Ща, блядь. Да ну нахуй сам себе привозить так, блядь. А хотя выйти побыстрее, блядь, хули. Я же говорил все время, блядь, не надо вперед играть все время. Ну жопу ты у него просил. Он жопу к тебе стоял еще, Ра Богдан.
Режь в центр нахуй и все. Сам уже, там уже никак не отдашь прав. Так. На кого на красный? Давай, вешай. Ну не так высоко, вот так вот, да. Да охуеть можно, сука, карате, пацан, блядь. И защита тоже, кстати, будет тут дофига. Не вся защита будет. Не знаю, можно попробовать сейчас Леху поставить туда на ПФД. Я постану по ЦП, а бота уже тогда на ЦОПу поставить максовского, блядь, какая разница. Сейчас сюда ждать никому. Вот перерыв сейчас сделаем. Что, блядь, ну... Заебись. Побоёб, блядь. Ну, то есть потерпеть чуть, а? Хорош, бля. Бля, да не туда фунтует этот пас. Я думал, уже пенальную. Бля, зачем этот перевод был, блядь? Я не просил. Да я видел, что ты не просил. Да, это не баран, бля. Баран бы поймал. Чё, 1-0? 2. Хорош. Мужики, 45-я минута, выбейте его нахер. Блядь, зачем Богдан? Дай мне пробежать чуть-чуть. Да, статистика, блядь, жестко у нас. Блядь, просто место имеет. Давай даже не так, наверное, блин. Давай я на ЦАПа, Богдан по... Так, сделаем. На ПФД. Так давай... Блядь, ну отдай ему, я у него попрошу на заброс. Давай я. Так что можно продолжать игру. Из этой атаки может... Момент для удара. Какая реакция, какой прыжок, класс! Джек, что там творишь, а?
сейчас. Я не могу пока. Ничего. Центр. На второй план, на второй темп. Отличный удар. Проверка голкипера. Да нет, он все еще корнер, но теперь мы говорим. Мы сейчас играем. Давай, ладно, он красный. А второй темп. Так это, блядь. Защитника он. Открывай, там, блядь, толпой, блядь. Опасно. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Лево. Блядь, нас там уж трое. Здесь заглохнет сейчас эта хуйня вся. Тут может что-то получиться. Последние полчаса игры. Удалось нейтрализовать. А как кто будет первым на месте? Блядь, ну не просите его бот с жопой, а. Ну откуда я знал, что жопа это уже будет? Ну смотреть на него надо, блядь. Трогай его. У нас ботов полкоманды, ребята, если хуйней будем заниматься, мы вообще никак не сыграем. Алло. Алло. Что-то такое-то у нас. Блядь, Лёха, я ж тебя поменял с Максом, почему он впереди-то бегает? Ой, Богдана поменял. Да, точно. Смотри, рещи. Охуенно выбор, блядь. Сейчас поменял. Отлично сыграно, надо решать. Оборону пройти не удалось. 20 минут до конца основного времени матча. И как опасно пробил. Штанга! Мяч отскакивает в поле. Круза. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Ой, хорош. Посмотрим. Богдаш, исполни. Хотят они довести. С ударом надо было, да, все. Да ёб твою. Оставил бы ботинку там сыграть. Так, это гол. Почти. Прошло впервые за хуй на сколько времени, блин. Ну, всяко лучше, чем на своей половине мяч терять, блядь. Азар. Мяч перешел к другой команде. Пиздец, чё тебе вправо-то, блядь? Пока неплохо. Затоптали боты, блядь. Да это уже было сразу 3-0, блядь, на ТП, конечно, соглашаться. Нарушение правильно. Ого! Ловит мяч голкипер. Слушай, ну да, играет сегодня этот парень, конечно, не очень. Но вот прям так, чтобы удивлять. Может получиться интересная атака.
Чё? Блядь. Что было? Охуеть, судья вообще, блядь. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Блядь, Зерс, ну здесь я в тупике, блядь. Ну, как мне? Ещё. Да зачем этот навес уже, он не идёт туда. Ударь нахуй лучше. Нихуя не били. Как-то не били, опасно на меня били. Он не мог сказать. Охуенно. Я ж принял вроде. Это все из-за ебучего ускорения. Ну 24 на 7 это ускорение жмете, и поэтому, блядь, такая хуйня происходит. Согласен. Надо вообще про ускорение, блядь, забыть на один день, нахуй, просто играть в пас, блядь. Сами потом поймете, когда ускоряться. Да. Не, ну тут, блядь, ну что-то рассчитывать было, конечно, сложно, блядь. Бля, бил же гол должен был быть, ебать, он так сейвил, конечно. Какой счет? 0-3. Вы все сами себе привезли. Два гола себе привезли. Подожди, стой, а первый как мы пропустили? Первый они сами. Да, ну завтра игра есть у нас, что у нас там завтра?